Сегодня суббота, и у меня э, третий заказ по каталогу номер 15, завершающий заказ. Почему третий? Потому что в первом заказе я как-то так неудачно у меня со скидкой получилось 5 плюс 1. Ну, как-то я посчитала, что очень я мало денег сэкономила от компании до да, Faberlic с компании Faberlic. Ну и решила. Второй у меня был заказ, мне нужен был срочно сделать заказ по баллам. У меня был долг по баллам на 13 баллов. И вот третий у меня будет уже заказ вот предпоследний день завершающего, да, завершающего 15 каталога. Завтра еще можно будет сделать заказ, так что успевайте 5 плюс 1 крутая акция. Ну, как в принципе, для э, тех, кому баллы не важны для тех, кому баллы не важны, тем выгоднее, нежели чем мне. Мне важны баллы, да, я вип-консультант, и мне важны баллы. Я очень, конечно, все три раза, вот третий сегодня, наконец-то, я целых два часа оформляла заказ, вот теперь снимаю вам и показываю. И мне очень для меня это было проблематично, да, составить заказ. Если ну в, в обычной, да, каталоге, когда нету такой акции, я просто закидываю все, что мне надо, и все. А здесь хочется по максимальной же выгоде, да, ну все равно, естественно, какую-то выгоду я получила, но не ту, которую хотела. В данный момент я хотела дорогие подарки ну, сделать, закинуть в корзину товары, да, там сковородки, одежду потом посмотрела что сковородки одежды подождет мне важнее у меня кончилась мыльнаррыльная продукция практически у меня столько пустых баночек насобиралась девчонки вы не поверите мне за месяц за там месяц с лишним да мне бы их снимать уже я боюсь два видео не, умыть, не умы не ущу умещу. Ну, в общем, ладно, у меня, как всегда, много лирических отступлений. Хочу вам просто показать, как работает эта акция. Как ни странно, вот посчитайте, да, вот у меня не 18 товаров, чтобы 3 подарка, да, сработало, а 17 получилось. Не знаю, с чем связано. Вот раз, два, три, четыре. Здесь у нас три пятного водителя, да, это Четыре плюс три уже семь, восемь, восемь, да, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Ну, что-то я насчитала восемнадцать. Давайте пересчитаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 10 11 вот здесь вот три пятного водителя это 14 15 16 пакет не считаем и 17 каталоги пробники пакеты какие-то бизнес аксессуары они не входят в эту акцию потому что ну, потому что как бы 5 тенге да за пакет, чтобы он пришел вам в подарок, это нечто. Ну, в общем, вот 17 штук я насчитала, и 3 все равно мне идет в подарок. Вот смотрите. 3, 177. А здесь у нас 1044, и вот 3 штуки, да? У нас 3 срабатывают только при 18 продуктов, но у меня в 17 в корзине. Ну, я очень рада, что компания так посчитала. Не знаю, за какие такие заслуги. Ну, посчитали, сейчас будем оформлять, может быть, что-то изменится, да. Успевайте делать заказ. Сегодня еще успевайте. У меня, видите, съемка, фотоспышка так работает. Съемка вечерняя, пасмурно, свет горит. И включила фотоспышку. Без фотоспышки тоже очень темно получается. Заказала я, видите, приблизительно все по одной цене, да, товары. Ну, примерно хотя бы, да

317 получается, да. Баллы мне в этот раз не важны, потому что этот заказ я буду оплачивать уже в следующем каталоге. В следующем каталоге я буду добирать уже на 100 баллов. Сейчас у меня заказ, ну вот получается, э, этого по каталогу да по каталогу 3562, того у нас получается с моей скидкой. Скидка у нас здесь семь с половиной тысяч и баллов 4175. Это мне надо будет на сколько? На 59 баллов, ну на 60 баллов сделать. Ну, чуть меньше 60 уже в шестнадцатом каталоге, чему я несказанно рада. Почему я оформляю сейчас заказ? Я хотела, чтобы ну, еще поучаствовать в этой акции 5 плюс 1. Так, продолжить оформление заказа. Делаю. Ну и давайте дальше посмотрим, что у меня тут выходит. Так и выходит по баллам. И экономия у меня 317. Также выходит, да? И вот смотрите. 41,75 у меня также осталось, да, по баллам. Счет по заказу 22,911. Транспортный сбор 1100 и промо-скидка 317. Утверждаю заказ. Вот Хамула Людмила Раифовна, это я. Утвердить заказ. Заказ утвердила. И смотрите, что у нас выходит. У нас выходит 2894. Я должна оплатить а 22 911 того по заказу. Это уже 2894 с учетом скидки, вот это промо акции 3 товара по 5 тенге и с учетом уже доставки. Ну вот и все, дорогие мои. С вами была Людмила Хамула. Людмила Хамула. Успевайте, сегодня еще есть возможности завтра сделать вот эти вот заказы, да, Крутый, крутой заказ в каталоге номер 15, где заказываешь 5 товаров и плюс 1 идет в подарок. Но ну, мне вот компания дала возможность заказать 17 товаров, а не 18. И получилось все равно 3 в подарок. Ну все, недавно снимала видео возмущалку, сегодня я довольна. Конечно, мы довольны, когда все идет, как мы хотим, да. Но так, так не бывает, как мы хотим. Бывает, к сожалению, не всегда так, как мы хотим. Поэтому, ну, вот так вот и получается. Все, всем пока.